Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Ну что же, 13 и 9 уровень, выполнили задание. Ага, у нас оружейное до 4 уровня прокачалось, поэтому, ребята, мы сможем с вами прокачивать своих солдат и дальше, то бишь уже свыше 20 уровня, который был до этого пределом. Так, Вадимка у нас родился, это хорошо. Итого, ребята, у нас всего остался один житель, и на этом лимит нас исчерпан будет. Так, что здесь такое у нас? Лучшие игроки. Ну, я сюда даже не вхожу. Я всего лишь где-то там в низинах. А вот подарочки я отправлю. Ну и, конечно же, заберу. Так, приступим. Ну что же, подарки я отправил, ребята. Всем спасибо, кто присылает мне их тоже. Очень вам сильно за это благодарен. Так, ну давайте приступать непосредственно к игре. Так, взрослая жизнь, Яков. А, я помню тебя, ты еще малой под стол бегал. Так, давайте вскроем сундучок, вот этот большой, красивый. Что он нам дает? 7500, 12500. Слушайте, неплохо. А в этом что? По-моему, если не ошибаюсь, будут деньги и еда. Да, это стандартный подарок от друзей. Тоже еда и деньги. Ага, смотрите-ка, не шиша. Тут еще амулетик мне достался. Сила магии. Это для магов. Где мой маг? Ну-ка, давайте-ка глянем его. Так, ману заберем. Где мой маг? Вот он стоит тут с посохом. Неприкаянный. Так, а ты у меня что здесь? Подожди-ка. Яков, иди сюда. Мне надо тебя отправить. Иди вот сюда. Будешь у меня учиться на алхимика. А мы тем временем перейдем с вами на карту. Давайте вот здесь глянем, что у нас тут. Витя, нет, он больно сильный. Так, Энес. А здесь раскаленные берега. Так, 8256. Ну что же, давайте, ребята, отправимся в бой и попробуем их расковырять. У меня магия с собой, так что думаю, справимся. А если нет, то все равно ничего не потеряем. Но смотрите, ребята, что получается. Мы их просто разбираем, даже не морщившись. Нет, ну конечно, красавица сейчас у меня упадет. Воскрешаю ее, умница. Маг просто молодец. И получаем мы 5000 и сундук. И у нас становится сколько? Почти 100 тысяч, без 9. Видите, лечитесь. Так, маг тоже надо отправиться на подлечку. Откроем сундучок и глянем, что в нем хранится. Ё-моё, колечко, что за кольцо? Так, уворот и урон. Редкое кольцо, между прочим, ребята. А кому его поставить, а? Ну-ка, блин, у красы. Да, подвесочка хорошая, на 23 уровень. Ядрить, макарить, а? Печалька. А так, смотрите, у меня, да, амулеты. На 23 и 24 уровень. Надо срочно прокачиваться. Ну что же, ребята, давайте тогда глянем на нашего лукаря. Может быть, что-то ему можно присобачить. Нет, у него колечко стоит. К тому же, то, что надо, на крит. Хотя, можно было бы и это надеть. Вполне бы сгодилось. Но на крит, я думаю, все-таки эффективнее. Ладно, давайте глянем, что у нас здесь творится вообще по замку. Пока вроде бы все нормально. Единственное, что вот эта девочка ходит просто так без дела. И меня это немножко нервирует. Иди-ка вот сюда, будешь помогать добывать мне... А, нет, тут не добыча, тут у нас учатся на алхимика. Ну, пускай учатся. Так, эти ребята у меня тренируются. В принципе, все идет довольно неплохо. Так, вы подлечились, возвращаемся. И бегом на карту. Магия. Давайте глянем. Ага, надо пополнить обязательно. Теперь еще на изготовочку поставим. И можно, в принципе, отправляться в путь-дорожку. Ох ты, уровень 10 получила. Неплохо. Так, ну все, вроде бы как все. Вот не дадут уйти мне, а? Всякими монетками, конфетками. Ладно. Пламенная река. Ой, вот здесь уже, конечно, мощно. Но давайте... Давайте попробуем, была не была, как говорится. Мне нужны сейчас деньги, опыт. Вообще мне нужно все. Так, 4 их здесь. Ёлки-палки, чё же они моего лучника-то разбирают? Эй, ребята, потише. Ой-ой-ой-ой-ой. Неужели мы профукаем здесь, а? Хотя не должны, не должны.
Так, Лука, давай добивай. Добивай, добивай, добивай. Краса, ну, все, умница, ты просто моя красотуля. Мы получаем 5000 плюс сундук. Так, надо их опять отправлять лечиться. Ну, а что поделаешь, так после каждого боя. Видите, какие пошли враги. Здесь просто так уже не устоишь на халявку. И что-то нам дашь? Вау, арбалет, ну-кася. Где мой... Так, 155. Что-то, по-моему, не то я смотрю, да? У нас еще костюм повара какой-то новый завалялся. Как я его мог пропустить, а? Так, здесь 340. А на нем сколько? 460. Ну, конечно, надо одевать. Только вот на него. Ой, вот, конечно же. Вообще фуфлыжный костюм какой-то. Давай-ка вот этот вот. Надевай с... Ох ты, ну ты прям красава. Все, в чепчике, все как полагается. Умница, Савелий. Продолжай кулинарничать. Так, а у тебя какой? 300, да? Ну, у тебя более-менее такой сильный. Дайте арбалет в руки и пускай, да, готовится арбалетом. Ну ладно, где мой арбалетчик? Вот он. Да что ж такое? Не... Иди-ка сюда. Так, ты тоже иди. Задание выполнили какое-то. Ага, открыть сундуки, ясно. И пока больше ничего хорошего нету, да? Да, получается так. Ну да ладно, мне нужно отправить, точнее глянуть, лук. Арбалет, точнее. О, ребята, смотрите-ка. Надо ставить обязательно этот арбалетик. На 201 урон, а статы те же самые. Ну и на уровень повыше. Конечно, оставляем так, чтобы все было у нас по фэншую, как говорится. Так, собираем яблоки, деньги. У нас еще краса не долечилась, бедняга. Иди лечись, а мы откроем пока с вами сундучок и глянем, что там лежит. Опачки, костюмчик для мага. Ну-ка, маг, иди сюда. Где этот новый? Вот он. Так, смотрите, а. Ну, я не знаю, я думаю, что, наверное, надо поставить все-таки сейчас жизни. Жизни у нас в приоритете. Хотя сила магии тоже немаловажный фактор, но живучесть все-таки на первом месте. Тем более он у нас оживляльщик, так назовем его, который оживляет моих павших бойцов. Ну что же, я думаю, что красава у меня уже, по идее, должна отхилиться, да? Надо ее возвращать в мой отряд и сбегать на разведку на карту и посмотреть, с кем можно подраться. Нам буквально немножко с вами не хватает. Так, ага, добавляем магию. Ставим две на замену. Так, ну кто у нас тут? Псих. Ну-ка себе глянем тебя, псих. О, псих, ну ты попал. Извини, придется тебя немножко уму-разуму научить. Так, что она там у нее в руке-то, я не могу понять. Что это там за цветочек такой? Видимо, который у меня тоже есть. 13 тысяч, как с куста. Деньги мне очень нужны. Итого 110 тысяч, а мне нужно 150, да? Да, 150, это еще 40 тысяч надо где-то достать. И если мы этого победим, ну я не знаю, победим ли мы его вообще, судя по тому, что он еще в замке стоит. Ладно, давайте-ка глянем что-нибудь другое. Так, Витя. Вот единственный, кто здесь мне сопротивляется, это Витюша. Но почему-то у него здесь очень мало... Мало мощей. Обычно вроде бы он такой мощный парнишка-то был. Ну что, давайте, наверное, его немножечко разберем. Да и бог с ним, что у меня-то не восстановились. Так, приступаем к разборке. Так, все пока идет хорошо. Смотрите, у меня магия уже лупит на 2000 урона. Это же просто великолепно. Так, ну что, почти 20 тысяч я еще срубил. И получается у меня 129 тысяч. Замечательно, просто красиво, хорошо, великолепно. Так, это мне еще надо будет, грубо говоря, 20 кусков, какой 20? Ну да, 20 тысяч, грубо говоря, 21 тысяча и все. И у нас будет 150 тысяч заветных денег. И мы сможем с вами построить. А вот что построить, я пока не знаю.
или же тронный зал нам начать лепить, или же оружейную. Нет, казарму точнее. Надо потом будет с чем-то определиться, а? Выбор, конечно, не из легких. Ну что ж, ребята, вы у меня... Нет, ты смотри, как краса долго у меня лечится. Хоть апай этот госпиталь. Сколько он стоит? 50 тысяч. На 3 часа. Есть соблазн это сделать. Но не буду я пока этого делать. Буду копить деньги. Так, возвращайся. Поехали на карту. Еще разок пробежимся. Так, Фауст. Йенес. Давайте-ка глянем на него. Что он из себя представляет? Так, две магии приготовим. Замечательно. Теперь давайте глянем. Так, ну что, я предлагаю его разбить. Поехали. Так, сейчас я еще пульну. Да, 2000 отнимает моя магия. Это же великолепно просто. Так, ага. Кто-то успел его оживить. Но, но мой маг подсуетился быстрее. И еще 17 тысяч в казну. Довольно легкие деньги. 146 тысяч. Просто классно. Слушайте, я думаю, а что такими темпами не накопите 240 кусков себе, а? Да, сумма, конечно, внушительная. Но, наверное, оно того будет стоить. Там все-таки новые постройки. Но я хочу 4 человечка к себе в отряд. Так будет мне намного проще все это проходить. Горящая земля. Харт, я смотрю, там еще оказано. Ну-ка, поставим магию. Приготовим. Ну и посмотрим, что он из себя представляет. 15 уровня, оказма. При победе... Ух ты! Ребята, его надо срочно разбирать. 27 тысяч халявных денег с этой драки. Это ж просто великолепно. Так, ну что они у меня там, отхилились, нет? Ага, нет, еще не полностью. Все-таки долго идет отхил на данных уровнях. Ну не хочу я сейчас апать этот госпиталь. Я понимаю, что все будет быстрее, но немножко можно и потерпеть. Спешить нам все равно некуда. Так, 146. Это получается тыры-пыры, трали-вали. Дофига еще, если честно. Так, Савельюшка, что ты у нас тут? Может дать тебе какое-нибудь оружие по твоему уровню, чтобы ты качался быстрее, а то ты с первобытным еще мечом у меня там стоишь. Ладно. Ну что, готовы? Эти все у меня готовы. На-ка тебе колечко. Носи, как говорится, на здоровье. Раз его некому пока поставить, будет у меня маг с ним бегать. Ну, краса вроде бы там должна уже подкрепиться, уже хотел сказать, подлечиться. Так, и можно выдвигаться на карту. Как его там звали-то? Оказма? Да, Оказма. Давайте-ка еще раз глянем. Да, все. Разбиваем его и получаем халявные 27 кусков. Ну, все, подбили. Да, 27 тысяч с небольшим. Итого у меня 174 тысячи. Классненько, очень даже неплохо. Давайте, ребята, немножечко подлечитесь, буквально капельку. Так, и кого? Харт, ну-ка глянем, 21 тысяча. Да что ж такое-то, постоянно надо добавлять эту магию. Так, ну что, по идее 6 тысяч и у меня где-то столько же. Можно попробовать его разбить. Я просто беру навскидку свою магию еще, которая у меня есть. А это 2000 урона. Довольно неплохо получается, да? Ну и этот, в принципе, тоже может попасть под раздачу. Нам сейчас нужны деньги. И очень много, и как можно быстрее. Поэтому я сейчас... Так, 14 уровень получил. Поэтому я сейчас ищу любую жертву, которую можно обуть, так сказать. Так что, ребятушки, без обид и не в обиду. Поехали. Кого возьмем? Ну-ка. Давайте-ка.
Давайте-ка, наверное, все-таки попробуем его разобрать. Мы, я думаю, ничего от этого не потеряем. Ну, немножко, если только PvP очков. Но это не столь важно. Так, понеслась. У него ледяная пушка. Хорошо. Так, у него подхил еще стоит. Тоже неплохо, в принципе. Но, как вы видите... Да что ж такое-то? Не падает, упал. Но, как вы видите, я должен его победить. Правда, я истратил всю свою магию. Так, поднимайся. Все, я его победил. Отлично. Сколько там, я уже забыл, денег сейчас дадут мне? Считай, 30 тысяч. Вау, вот это называется пошла прибыль. И причем я еще получаю сундук. Сейчас мы его и вскроем. В общей сложности мне не хватает 50 тысяч. 50 тысяч. Это если мы возьмем в расчет еще тот замок, да, где 20 тысяч. Мне еще надо будет где-то добывать 20-ку. Так, смотрим, что здесь у нас. Так, ага, подвесочка. Что за подвеска? Подвеска на ману. А где мои ребята? Вот они стоят. У них у всех... Ага, у тебя-то ничего нету. Где она? Надо тебе установить ее, чтоб ты добывал. Так, вот она внизу. Надеваем. И пускай у него идет прибавка. А у этого стоит такая же. Так что ничего мы ровным счетом не теряем. А наоборот, приобретаем. Добыча 395 маны в час. Довольно неплохо. Ну что вы тут у меня подлечились, нет? Краса, как всегда, наяривает там бинтами себе руку. Так, больше пока ничего здесь нету. 687 PvP очков у меня. Так, возвращайтесь. Блин, 50 штук. Кровь из носа, надо где-то достать. За сегодняшнюю игру. Пока не кончилась у меня еда. Да и фиг с ним, давайте нападать на него. Ничего хуже не будет, как говорится. А только лучше. Даже уже не смотрю на опыт. Еще там на что-то. Да, кстати, и на меня также нападают. И также воруют у меня деньги. Хитрожопики. Ну, да я не в обиде, потому что, сами понимаете, игра есть игра. Иначе как тут развиваться без этого? Никак. Так, ну что, маг, упади. Упал. И мы получаем с вами еще 28 тысяч. Красота. До финиша нам осталось совсем ничего. Это, грубо говоря, где-то 14 тысяч голды. Так, с едой пока у нас все нормально. Нам еще хватит с вами повоевать. А значит, и добыть золотишко. Так, паренек там бегает у нас еще пока маленький. Но скоро он подрастет. И будет у нас еще один воин. Ну что же, осталось только нагреть харда. Была, как говорится, не была. Блин, Матвей, хорош. Ты у меня почему-то не подлеченный. Надо тебя срочно подлечить. Так, надеюсь, эти у меня там отошли, да? Ну-ка. Так, ну маг, в принципе, восстановился. Так, краса, стой на месте. Маг мне нужен. Да что такое-то? Маг, выходи, лучник, заходи. Ёлки-палки, неужели я сегодня себе начну строить уже что-то? Уже что-то. А ну-ка глянем-ка. Так, магические руны какие-то, да? Требуется арсенал, там молнии какая-то, черепа. В общем, все выглядит довольно красиво. 120 кусков на улучшение. 6 часов, нет, спасибо. Я деньги пока коплю не на это. Хотя это тоже немаловажно для защиты своего имущества. Так, ну что, они у меня восстановились. Пора навестить нам хард. Сейчас мы немножко поживимся. И, по-моему, все равно не хватит нам чуть-чуть. Так, понеслась. Замечательно. Одного нету. Ну что ты там своими ножичками? Пых-пых-пых-пых. Видишь, я не пробиваем для тебя. Просто не пробиваем. Не знаю, почему они так любят эти ножи. Вот топорик взял и бомби себе налево и направо. Хотя у них, может быть, ножи — это самое мощное оружие. 21 тысячу мы зарабатываем. И все, ребята. Я накопил эти заветные деньги.
Ну что, улучшаем? Или нет? Или все-таки вот это за 200 штук, казарму? Один боец в отряд все-таки. Я даже не знаю, что лучше сделать. А тронный зал дает нам улучшение, как видите. И для столовки, и для колодца, и для казны. 240 тысяч. Блин, вот загвоздка. Ну, 3 дня улучшаться будет. Это же одуреть можно. Что я буду делать 3 дня, а? Бегать по карте, как червяк? И фармить этих орков? Или все-таки... Или все-таки увеличить казарму на одного бойца и также бегать по карте, но уже только вчетвером. Ладно, ребята, я все-таки, наверное, делаю казарму за 16 часов. Была не была. Уж простите меня, если что не так, но я хотел как лучше. Поехали. Ну что ж, ребята, а на этом я буду заканчивать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами в следующей серии. Сами прекрасно знаете, 16 часов пролетает у нас как 1 секунда. Ну все, ребята, давайте, удачи, до скорого, не болейте, будьте на связи, всем пока.